Ну ладно, тогда давайте пойдем уже. Тут карта. Так, это буква L. Так, а у нас там что по карте? Ой, карта. Итак, смотрим. Так, а можно быстрое перемещение? Как вы думаете, стоит? Мне кажется, стоит, чем вот это все ехать. Хотя, в принципе, смотрите, если мы можем на автопилу, ну, а на этом авто, что-то там, на чем-то там авто. На автовождение, блин, забыл. Так, контрольная точка, быстрое перемещение. Нам куда, да? Нам вроде туда нам надо. Ну, давайте переместимся, так уж и быть. Так, тут магазинчик, кстати, есть, можно... Ну ладно, не будем пока быстрое перемещение. Да, почему нет? Только я надеюсь, загрузка не будет такая долгая. Да, она недолго, но она лаганная какая-то. Блин, 300 FPS показывает. Почему-то. Там же загрузка. А, кстати, он здесь тоже пушечки есть. Кстати, а вот, блин, где мой автомат? Продать, что тут можно продать? Майки, продать комплект. Молитвенный барабан. Продать, что с ним еще сделать-то можно? Фига, чайные пакетики, по каким нынче ценам. Так, продать. Так, что-то еще. Шкура барса. Фига. Что-то я не помню, чтобы я барса мочил. Может, и... что-то я забыл просто. Ладно. Старые деньги за деньги. Пока что все. Так, купить и настроить пистолеты. А это что? Так, а где... Вот он. Применить. Только липси. Ну давайте, но я думаю, он покруче будет, чем... Это что такое? Песочный человек. Боеприпасы, гранатки... Ой, карты. Выбрать. Сюда давай. Ну, какой классный, по-моему. Ладно, давай, погнали тогда дальше. Сейчас оценим. Из этой территории. Привет. Что, покушать нынче? Ну, тут на месте, я не знаю. Там вообще-то до ядра уже прокопает скоро. Так, а вот тут листочки. Я не знаю, честно. Я что-то там можно изготовить, но я так и не понял, что. Аптечку, что ли? Да я, в принципе, нормально себя чувствую. Ну, я имею в виду, когда аптечки у меня... Во. Прикольно, но я думаю... Слегка слабоват, наверное, да? Ну, давайте, конечно, автомат поставим первое время, но... Так, и нам нужно либо на квадроцикле, либо как туда попасть-то. Сейчас мы глянем по карте. Так, ну давайте будем мочить сейчас пока что животных. Ну, там, дабы шкуры у нас были. Так что поедем. Сейчас еще раз гляну. Да, вот здесь поедем. Да, по тонким дорожкам этим нельзя автопилотом гонять. Ой, блин, как это называется? Автовождение, вот, автопилот. Один раз назвал, теперь все время буду так путать. В принципе, это одно и то же, только автопилот это для самолетов, а это автовождение. Считайте, что у нас пилот за... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это было? Лаги-лаги. Лаги, лаги, лаги. Что тут у нас? Ничего нет полезного? Надеюсь, нет. Так. Да ёб, что за лаги? Это что такое? Ух ты, ё, это еще что такое? Точнее... Офигеть! Офигеть, да, на такого чуваки не полезешь. С ума сойти, здоровяк. Интересно, а если... А, его
стрелой бомбануть. Ну, у меня нет стрел, но просто шкура сгорит, либо же можно будет использовать шкуру. Но я думаю, можно будет шкурку-то использовать. Так, ну давай быстрее уже. Так, мы начинаем с этого же места. Так, стоп. Что у нас там? Да, у нас все сохранилось, это круто. Ну-ка, смотрите-ка. А, стоп. О, можно! Ну, типа, стрелять нельзя, но я все понимаю. Так, ну что, там пойдем. Давайте попробуем. У нас, кстати говоря, три грены. Круто, давайте. А, сейчас еще кое-что посмотрю. Вот тут что-то. И необходим навык. А здесь что? Навыки. Что такое инъектор, передоза? Какая-то хрень. Надо разбираться во всем этом, а то, знаете, как раньше я проходил игры. Ну как? Я, конечно, не особо был играл, но многие такие игры я просто проходил без всяких улучшений. Представляете себе примерно, да? Опять здесь подлагивает в этом месте. Ладно. Так, здесь надо быть осторожным, где-то скотина. Давайте попробуем слезть. Неохота заново, конечно, начинать, но давайте. С аппаратом походим, может быть. Сейчас, блин, подойдет где-нибудь хрен. Ну, я думаю, что это создание носорог, что ли, я даже не знаю, кто это. Оно безобидное, вот если на него не нападать. Потому что, ну зачем носорог будет нападать на меня, если только защищать свою территорию, там, не знаю, потомство, но это уже из настоящей жизни, но если в игре все так приближено. Ладно, не будем нести чушь. А, давайте просто прибьем его, я не знаю, если. Ой, вертолет, да? Ой, не вертолет, это орел. Вертолет, говорю. Блин, тут тропинка, а нарисована на карте. Так, вот там наши, не знаете? Я думаю, наши. Давайте. Ну, на всякий случай. На всякий, говорю. Да, наши. Все, не будем их давить. Просто теперь будем знать. Так, а нам. В принципе, тут тропиночка уже более видная. Карте можно ориентироваться очень легко. Тут цветочек у нас опять же. Вот пока что я не знаю, как ими пользоваться, поэтому мне кажется, стоит их просто ради продажи брать. А вот тут опять этот носорог, там лодка, кстати говоря. Ну-ка, ребятки, отойдите-ка. А, вот это носорог-то. А нужно ли нам вообще его шкуру? Давайте посмотрим изготовление. Так уж. Что тут у нас? Шкура дымчатого ляп. Давайте посмотрим, что нам нужно. Нам нужно еще пистолет, еще одно оружие. Можно носить большую сумму, но пока нам это не требуется. Можно носить до 30 предметов. Качество инъекторов каждого типа. Вот это что такое? Дробовика, винтовка, пулеметов. До 3 гранат. Так, а что такое? Можно носить до 3 заряда. Больше обычных сигнальных ракет. Ну, вот это можно. Ну, что такое у нас? Это у нас. Шкура Як. А Яки у нас где водятся? Сейчас мы глянем по карте. А, Яки это вообще, это же северные какие-то животные. Ну, это какие-то буйволы. Ну, не буйволы, они такие здоровенные, я знаю их. Такие с мехом. Да, их башку не сразу пробьешь. У них там такая хорошая защита. Если я, конечно, про это животное думаю. Ну, вроде я... Ой, подождите-ка. Вроде бы я по этим животным нормально так ориентируюсь. Ну, разбираюсь. Ой, автовождение включено. Ну да, большая дорога. А, вот там кто-то пробежал уже из зверушек. Я надеюсь, это... вот я как и говорил, кстати, носорог на нас там не напал, но мне кажется, там и люди рядом с ним были. Я думаю, если бы мы в него пальнули. А куда нам наверх? Что ли? А, тут вертолет или что-то такое. Я думаю, если бы мы в него пальнули, он бы нас, конечно, тоже в ответку на нас бы налетел. Нам. Ой, блин, нам было алмазы сначала. Брат мой, я Лонгин.
А ты? Ты, Аджай? Это моя церковь особенная. С пушками? Конечно же. Кроткие унаследуют землю, друг мой, но им нужны стволы. Откровение 5.5, скажем так, воодушевляет. И один из старцев сказал мне: «Не плачь! Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее!» Спаситель! Наш Спаситель вернулся к нам в облике льва, воина! И тогда я подумал, когда Сын Бога возродится, какое оружие он выберет? Что? Христос вернется, чтобы снять 7 печатей и принести упокоение! Он вернется в образе льва, да? А льву нужны зубы. Что бы выбрал Иисус? Второзаконие, 32 стих 47. Ибо это не пустое для вас, но жизнь ваша! А может, притчи 19.11. Благоразумие делает человека медленным на гнев. Не понимаю, что ты... Воин знает! Воин всегда знает! Ибо видели упокоение и выжили. С оружием творим дела праведные. Ибо каждая пуля — проповедь. Каждая пуля — наказ. За каждый рупор лжи и пайгономина, которую умолкнет, ты получишь награду. Дерзай, на все воля Божья. Вот, держи. Это за первое. Ну, Панабур атакуют! Пришлите подкрепление! Сабал, в чем дело? Враг наступает! Лучше не лезьте так! И сказал он им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари! Почему во всех играх, вот я заметил, не знаю, мне кажется, последнее время вообще какие-то, не знаю, как это назвать, татарством, блин. Ну, почему во всех играх какая-то религия... Ой, стоп, нам надо по времени успеть. Давайте, стоп, не будем торопиться, посмотрим. Блин, нам далеко, реально. Блин, быстрое перемещение нельзя сделать. Так, ну что тогда делаем? Давайте... Возьмем автовождение, и смотрите, вот нам даже желтеньким путь обозначен. Это самое быстрое, я так понимаю. У нас 5 минут. Так, я думаю, они рассчитывали на то, что я еще тут алмазики пособираю. Это у него, наверное, да? Ладно, давайте. Жаль, что ты не помнишь старое доброе время. Я и твоя мать, а ты у нее на коленях. То были самые счастливые дни в ее и моей жизни. У нас были планы на будущее, не только наши, но и всего Кирата. Я скучаю по тем дням. Теперь поздно что-то менять. А вот это вражины выглядит. Я и пытал. Да, в принципе, все правильно, едем. Эта земля в руинах. Не дай ей разрушить и тебя. И Швари огорчилась бы. Так, ну что, мы... Да ёб! Какого хрена лаги? Да ёб! Подождите, стоп. Ну что за лаги? Кто стреляет? Блин, когда ехали сюда, здесь никого не было. Хотя мы не по этой, по-моему, дороге ехали, я точно не помню. Быстрее, надо с нами уехать, там уже зверушки. Зверюшки! За нами. И бегут, по-моему, мне кажется. Да ёб! Ну что это такое, а? Да стоп, ребят, подождите. Стоп. Это что-то уже все перебор какой-то. Так. Сумерки, что ли, начались или что? Ну, я имею в виду, как потемнело. Так. Ой, а что эта линия исчезла на время? Так, 4 минуты, ну... Ух ты, ё, там пламя. А чё надо тут делать-то?
Где тут задание-то посмотреть? Доберитесь. А, ну сейчас я доберусь, типа вот до сюда. Хоп, я добрался, да? Я здесь, Сабал. Помощь нужна? Сейчас. Не слови пулю, спасай кого сможешь. Я рядом, скоро приведу подмогу. Освободите от армии. Да ёб, чё ж за... Надеюсь, это наш вертолет, да? Ладно, посмотрим. А, все, можно не спешить уже, время. Засекаем всех. Тихонечку. Чё, тут больше никого нету. Ладно, давайте сейчас мы... Нет, я не успел. Что он сказал? Подожди, стой. Пистолет попробуем. Ой, не пистолет. Пистолет пулемет. Что ты делаешь? Так, ну чё, высекаем их, вон они, нет, а вот раз, ну правильно, гори, ой, ё-моё, камикадзе, что ли, коктейль Молотова, гребеные, куски мяса, берем автомат, вот тут надо освобождать, ещё один. Стоп. Подождите-ка. Стоп, подожди. Блин, подожди. Как грены кинуть? Ладно, погнали. Так, чувствительность, мышки. Ты где-то, да? Кто меня палит? Я королёв. Ух, шаньгай. Ё-моё. Так. Все-таки мне непонятно, как грены кидать. Давайте полазим в настройках. Я хотел гранату кинуть, замешкался. Так, предназначение. Клавиш, это что ли? Так, итак, смотрим, что у нас тут. Иди, прицел, взаимодействие, бросок, рукопашка, граната, пятерка. А как... Так. Ну, граната, вот она. И чё? Стоп, подожди, да ёб. Так, наверное... Кто заметил? Наверное, колесик надо нажать, да? Проверим сейчас. Так, а что с вертиком идет? Дробовик тут можно взять. Мы не будем. Так. Вертолет замочить, да, походу? Нет? Ну, скорее всего, ну, потому что... врагов... Я слышу врагов, но я их... Давайте-ка. Если вертушку попросим. Кто замечает? Тут еще кто-то есть. Давайте с бедра и вниз. Почему?
Да. Забавно. Я удерживал контрол только что, как мне пишут. Ладно, какая-то фигня у нас получилась. Ладно, давайте. Я даже не знаю. Да ладно, чё всё за... Да что такое, ребята? Ну чё так игру не оптимизируете, а? Ужасно вообще. Ладно, не важно, давай. Распарчусь подкрепление. Типа я сделал первое задание, да? Так, ну ладно, придется расп... Я же вон попал в него, нет? Типа они прилетели. Где они высаживаются-то? Давайте, я не знаю, что мы пойдем, где на где. Вон они, да, туда, да? Не дойти, повыше. Да что это такое, блин, а? Какая-то хрень. Наконец-то. Ё, нифига их там... А я знаю, что нужно сделать. Вот это надо. Ну, где вы? Ой-ой-ой, это что такое еще? Огонек. Круто. Это наши... Давайте, где все-то, я не пойму. Вижу солдат! Они идут к общине Пука! Там осталась Пхадра! Аджай, спаси ее! Чё? Да давайте поможем кому-то. Так, ну все, я, кажется, понял, что. Фишка, давайте, вот. Давайте. Дерьмо, дерьмо! Просто за это опыта больше дают, я хотел так начать. Берите... Берите код здания. Ай, какие навыки, подождите, вот это что? Не-не-не, стоп. Да погоди ты, не гори. Ой, что-то не то сделал. Вот это, наверное, да? Да почему здесь войти нельзя? Ну что за херь? Так, быстро, быстро. Почему я горю? Может, про... Почему? Куда тут войти? Сюда нельзя вроде. Блин, как забраться-то? Может... Да ладно, ну ребят, ну чё это такое вообще? Вот, наверное, тут. Ну все, давай быстрее, где? Вот это вот. Хадра! Хадра, где ты? Куда прыгать? Сюда? Надеюсь, я... Во! Круто. Блин, лаги, а? Ну че, блин, все. А? Я уже объяснял фишку с оптимизацией, с настройками еще в том видео. Я в порядке. Она может подарить народу надежду. Подмога тут еще мала и напугана. Отведу ее домой. О людях подумаем позже, ладно? Спасибо. Не за что. Спасли Аджая себе на голову. Разозли Пола, и он вырежет деревню. Аджай ни при чем, это я. К тому же, нам не до того. Они взяли аванпост. И заложников тоже. Ладно. Сперва аванпост. Без него все пути отрезаны. Пошли. Ну, это тоже типа обучение, я так понимаю, потому что... Аванпост — это как дополнительные задания. Там можно всякие шкафчики там всякие вернуть. Круто, чё. Так, Кира от Короля Мин можно найти в меню трофея. Путеводитель, если вы встречаете людей, открываете новые места и охотитесь на разных животных.